Друзья, всем привет! Кому было интересно, как Амуда смотрится на фоне Лады Гранты? Вот, смотрите. Видите, Гранточка и Амуда C5. Ну, конечно же, Гранта выигрывает у Амуды. Что это, китайский кроссовер? Он сегодня появился, завтра его нет, завтра другой приехал. А Гранту выпускают уже много лет. Вот, года 4 назад сделали рестайлинг, и до сих пор никаких обновлений. Пойдемте, кстати, зайдем к официальному дилеру Амуда и посмотрим, какие есть машины и по какой стоимости, какие есть комплектации. Машина-то одна, Амуда C5. Вот тут их уже намывают, чистят, делают предпродажную подготовку. Сразу видим, это у нас автомобиль в максимальной комплектации. Выдает его двухцветная окраска кузова. Это плюс 30 тысяч рублей. Ну, бесспорно, да? Амуда — это крутой агрегат. Он смотрится классно. И, кстати, я спрашивал у ребят, все машины уже распроданы. Берут их как горячие пирожки. А тест-драйв у нас будет доступен только через неделю. И через неделю мы возьмем такую машину покататься. Пойдемте найдем менеджера. Здравствуйте. А с вами можно пообщаться? Да, слушаю. А расскажите нам про комплектации автомобилей. Вот C5 Амуда. Сколько комплектаций? Три? Три комплектации. Joyal, Upstyle и та, которая представлена в салоне. Это у нас максималка. Это максимальная комплектация. Ultimate. Все верно. Ultimate. В ней будут все датчики безопасности, экстренное торможение, здесь круговой обзор. Помимо кругового обзора будет система ADAS, которая включает в себя систему движения, контроля движения в полосе. Ага. Контроль. То есть я руль отпускаю, и машина сама идет по полосе? Да. Да. И ассистент. А если снег? Здесь будет вопрос зависеть от нанесения разметки, понятное дело. Угу. Хорошо. То есть заряженный кроссовер, вот максимальная комплектация Ultimate, чем отличается от минимальной комплектации? Много чего не будет? Очень много. Цена? Цена. А цена тоже. Сколько? Ну, это будет район 2400. 2400 за минималку? Да. А за максимальную? 2700. За наличку? Да. Как получить скидку? Скидку за наличный или... Скидку за наличный расчет. Смотрите, давайте проще. 2700 – это цена автомобиля без черной крыши. Хорошо. Черная крыша плюс 30 рублей. Плюс 30 тысяч, все верно. Тысяч рублей, да. Если мы говорим о каких-то привилегиях, привилегии достигаются двумя целями. Также, ну, двумя путями, так же, как и у других брендов. Это кредит трейд-ин. По получению выгоды по трейд-ину вы должны владеть автомобилем меньше, чем, точнее, больше, чем полгода. Да. Вот, и все. Любой автомобиль подходит? Любой, потом. Абсолютно. Скидка до 320 тысяч. Когда поедем кататься? Когда автомобиль будет на учете. Через сколько дней? Скорее всего, 24 числа. Потом 24 будет официальный старт карточки. Машины покупают? Ну, уже все зарезервированы. Все, что вы видите сейчас на площадке и в салоне, они уже под ними. Люди берут за наличку или? Да, по-разному. И в кредиты за наличку? И не только люди, есть и фирмы, которые уже зарезервировали автомобили и предоплатили. Такие дела. Поэтому так что автомобиль... успевайте приезжать за новеньким Амуда C5. Либо ко мне. Шучу, я машины не продаю. К автомобилям действительно повышенный спрос, потому что в первую очередь дизайн. Ага. От, но она смотрится. Машина смотрится, говорю, классно. В отличие от категории там, новых крет, которые, ну, дизайн противоречивый. Так, и многие путают, что сзади подвеска, говорят, независимая. На самом деле здесь балка. Она полузависимая, балка. Передняя независимая. Так, у нас вот этот автомобиль построен на базе Chery Tiggo 4 Pro. А у них везде Pro. Одна площадка. Двигатель у нас здесь 1.4, 1.5, да, 147, вариатор, 9-ступенчатая имитация, ну, 9 ступеней. Да, 9 фазопередач. То есть этот силовой агрегат у нас взят от Chery Tiggo 7 Pro. Ну, конечно, конечно. Проверенный мотор, поэтому у людей... А Chery Tiggo 7 Pro – это второй автомобиль по раскупаемости китайский. Да, многим не нравится турбированный мотор 1.5 в паре с вариатором. Ну, как практика показывает, машину наездили уже по 100 тысяч, по 150 без особых проблем. Слушайте, ну, люди может, просто не знают их сам. По гарантии не сказали. Скажите по гарантии. 150 тысяч. А, 5 лет либо 150 тысяч. Ну, сервисные 10 тысяч. Да. Угу. Ну, в принципе, это обычные условия. Chery занимается еще производством двигателей для самолетов, и поэтому качество агрегатов и сборки агрегатов здесь без вопросов. Ну, мы видим еще руль от автомобиля Chery. Да, открываем. И это Chery. Это же суббренд компании Chery. Chery выводит некие модели в отдельные суббренды, такие как Exit, Amoda, чтобы не вводить свой большой модельный ряд. Вот и все. Ага. Это практика всех автогигантов. Ну, позже мы увидим свой руль.
А мода будет позже-то все равно? Пока информации об этом, к сожалению, нет. Вот такие, друзья, новости из дилерского центра Амода. А на этом у меня все. Пишите комментарии. До новых встреч!